Идет запись. Доброго дня! Ми продовжуємо нашу серію. Це вже не перший наш ефір. Мене звати Андрій Юхименко, я головний редактор видання The Page. І сьогодні в мене чудовий співрозмовниці з компанією Саєнко Харенко. Світлана Мусієнко, партнер Саєнко Харенко, а також вона керівник податкової практики компанії. І сьогодні ми говоримо з нею про закон 1210, як це вплине на податки і на співвідносини підприємців із податковою. А також у нас є Аліна Плющ, теж партнер Саєнко Харенко, і вона працює із приватними клієнтами, тобто ви керуєте цією практикою. Тобто у нас є людина, яка розуміється на податках, і людина, яка розуміється на проблемах приватних клієнтів. Доброго дня, пан. Я вас вітаю. Доброго дня. Ми сьогодні говоримо про закон 1210. Його нещодавно підписав президент, і він, тобто, для нас став реальністю. Як нам кажуть ті, хто його приймали і розробляли, що це дозволить уникнути різних суперечностей у фінансовій сфері і в сфері податків. Але бізнес дуже часто, принаймні нам в інтерв'ю, каже, що це просто, ну, створить їм такі складнощі, які вони не зможуть подолати, буде тіньова економіка, буде гірше бізнесу. А от ви, як люди, які дуже добре розуміються на всіх цих підводних каменях цього закону, як ви вважаєте, що змінив закон 1210? Угу. Давайте я почну. Я буду на русском, будь ласка, з вашого дозволу. Ну, дійсно, цей закон визвав огромніший резонанс. Я вам покажу просто его размер, чтобы зрители увидели вот это вот изменение в налоговый закон, который поменял налоговый кодекс. Налоговый кодекс сам по себе достаточно не худой инструмент. Вот. Ты говоришь, меня вразило, вот я вперше так, я завжди только в электронном выгляде дивився так. Ну вот, как это сказать, а мы с этим как юристы, да, наша работа читать это все, понимать, интерпретировать. И действительно экспертно высказываться на тему, что произошло. Потому что очень много в эфире, в информационном пространстве эмоций, они понятные. Но очень много и мифов, и домыслов. Давайте постараемся сегодня по верхам хотя бы, да, разделить, что плохого, что хорошего. Я, наверное, начну с того, с логики этого закона и зачем он был принят, по крайней мере, такова позиция его авторов, да, которые его сделали и проголосовали, правительство и парламент. Предпосылками для его принятия было то, что Украина должна внедрить план БЭПС, так называемый. Uh-huh. Это чистая правда. План БЭПС — это такая скоординированная инициатива большинства стран мира, давайте так скажем. Точно он применим как обязательный инструмент во всей Европе. И эта скоординированная инициатива правительств направлена на то, чтобы побороть перетекание прибыли из своих стран, где высокие налоги, Англия, Франция, и где находятся производства и бизнесы, да, но налоги не платятся, а прибыли и база налоговая перетекает из этих стран в какие-нибудь офшоры. Вот это стало глобальной проблемой с 2011 года. Под эгидой Большой Двадцатки и ОЭСР был разработан такой 15-шаговый очень детальный план. Он уже работает в огромном количестве стран мира, и вот пришло время и Украине влиться в эту струю. И действительно, этот закон про введение этого плана БЭПС и много еще чего другого. Все бы так, но в плане БЭПС есть некий минимальный пакет, который нужно было обязательно Украине сделать, чтобы выполнить международные свои обязательства. Он состоит из 4 плюс 1 5 пунктов, но этим законом Украина вышла далеко за рамки этого и внедрила не вот этот минимум, а такой жестокий, ну, если не максимум, то, ну, очень жесткий такой вариант, чей на бурячки. И поэтому, когда говорят, что он внедряет план БЭПС, да, это правда, да, это про борьбу с офшорами, про деофшоризацию, про налоговую прозрачность, но совсем не обязательно нам, как стране, было вот по всем пунктам поступать мега жестко, да? Вот, и если... Все старались, а? Да, пожалуй, этот закон, он реально опередил время. Не то чтобы, я его профессионально оцениваю, не то что как он сам по себе очень плох, он скорее плох для той ситуации, в которой сейчас находится страна, экономика, общественный договор между
не знаю, обществом, бизнесом и государством, налоговая мораль. Вот это що ж саме він такого запровадив, що це буде погано для бізнесу? Смотрите, там изменений огромное количество. Я так публицистически обозначу 5 главных блоков. Первый блок — это любые транзакции украинского бизнеса с нерезидентами, то есть это когда украинское юрлицо покупает или продает что-то, имеет транзакцию с зарубежным контрагентом. Особенно из офшорных каких-то стран, но не обязательно. На самом деле любая иностранная компания, с которой у тебя транзакция, вот эта транзакция теперь будет под еще более пристальным вниманием налоговой. Они и раньше любили покопаться в этом, тщательно посмотреть. Теперь для этого добавился инструментарий, в частности, деловая цель, которую критикуют достаточно многие юристы, эксперты, бизнесмены. Это такое правило, что если налоговая сомневается, была или нет в этой транзакции коммерческая основа, и имеет подозрение, что настоящей целью было не достижение коммерческого эффекта, а минимизация налогов, то, например, затраты для цели налогообложения вычеркиваются. Возникает дискреция, мы можем ожидать, что будет приток, и раньше он был немалый, а теперь вообще очень много, да? Разбирательств по этому поводу, нагрузка на судебную систему и полная неопределенность, конечно, дополнительные риски и расходы для предпринимателей. Поэтому, если у кого-то есть большие существенные, да, такие операции с нерезидентами, нужно очень пристально посмотреть в ту сторону, все ли у вас там в порядке. Угу. И это все на розсуд податкового инспектора. То есть он дивится и каже, есть экономичная доцільність, чи немає доцільності? Да. Це ж прямий спосіб для корупції, ми розуміємо. Заходиш до інспектора і кажеш, є, бачите, є. Справедливости ради надо сказать, что кодекс говорит, что тягар доведення, необходимость доказывания о том, что там не в порядке, он лежит на налоговой инспекции. Да? То есть если такое было предъявлено, то именно налоговая по процедуре должна обосновать, да, почему. Но все равно ты для этого пойдешь в суд, понесешь временные расходы, денежные, и ты же не будешь просто стоять и молчать, да, и тебя судья спросит, хорошо, вот налоговая высказалась, вы докажите. То есть это создает дополнительные издержки и требует, будет много боев по этому поводу. То есть податково з'явився у них такий инструмент, які ще інструменти? Второй инструмент, который массивно критикуется, и сейчас о нем только ленивый не писал из всех утюгов, это про КИКИ, режим контролируемых иностранных компаний. Я думаю, у нас будет еще сегодня возможность о них поговорить поподробнее, но если коротко, это такая штука, которая коснется любого украинского налогового резидента. Кто такой резидент? Физическое лицо, я, мы, кто угодно другой, кто живет в Украине, имеет здесь центр жизненных интересов, там жена, муж, ребенок, дети тут в школу ходят, дом, бизнес зарегистрирован. Вот. И при этом у такого украинского резидента есть компания за рубежом, которая ему принадлежит или им контролируется. Угу. Вот с 21 года, если только сроки не перенесут на похожие, на 22, да, об этом ходят такие, в экспертной среде ожидания, что сроки будут перенесены, но как сейчас сформулировано, с 21 года разительно меняются условия игры, да. У нас офшоры есть, если не у каждого первого гражданина, то, наверное, у каждого второго. Этому способствовало то, как жестко было настроено валютное регулирование в Украине все последние 20 лет. Ничего нельзя было сделать, никакой нормальный платеж за рубеж провести, ни акции купить, ни подписку нормально на Moody's оформить. Вот. И поэтому люди, совершенно понятно, бизнесмены, большие, маленькие, всякие, все, почти все, да, частные лица для разнообразных целей там вот за рубежом создавали себе какие-то офшорки, у кого маленькие какие-то офшорки, у кого развесистые корпоративные структуры. Вот теперь для всех, у кого есть хоть что-то такое, иностранная компания, резко поменяются условия игры. Нужно будет в ряде случаев подавать отчетность, и это коснется огромного количества людей, то есть прийти в налоговую и очень детально рассказать всю правду. Что у тебя за компания, приложить отчетность этой компании, да. И это теж час, и теж какие-то суперечности. Расходы, конечно, большие побоевания утечки информации. Люди говорят, не сколько я там
ленюсь заплатить юристу, там, ну ладно, заплатим, там, соберем, подадим. Сколько мы опасаемся, куда потом эта информация из налоговой сольется, где она будет распространяться, продаваться, да, вот эти диски с Петровки мы все помним, и претензии, они, нельзя сказать, что необоснованы. Вот, и это все под как это, ударом очень больших штрафов, если ты там не подал отчет, не раскрыл, составил неправильно, там многотысячные и даже на несколько миллионов гривен штрафы очень высокие, возможно, они будут снижены. Вот, это первая часть. Вторая часть, некоторые, особенно везучие люди, это зависит от параметров такой иностранной компании, будут вынуждены еще из нераспределенной прибыли этой зарубежной компании здесь, в Украине, заплатить подоходный налог плюс военный сбор, то есть там компания, у нее есть прибыль, посчитанная по тем правилам бухгалтерского учета, а ты здесь должен ее показать в своей подоходной декларации и заплатить с нее 19,5%. То-то и там заплатить, и тут? Ну, там не будет и там, и там. Там есть механизмы определенные вычета, против этого налога зачтется тот. Но правила достаточно сложные, там, знаете, большой сложный раздел, просто так сделать, ну, нужно будет вовлекать специалистов, разбираться. А скажи, це я правильно розумію, що порахують по тим правилам, тобто зменшить податок, ну, для цього ж робиться, щоб зменшити, але платить треба буде тут. Давайте я вам по-другому скажу. Эта вся история была затеяна для чего? Для чего этот режим КИК в других странах действует? Для того, что люди достаточно часто во всем мире любили перенаправлять свои прибыли или хранить вот такие прибыльные потоки не в своей родной стране с высоким налогообложением или там, где вот климат какой-то жесткий, контрольный, да, как в Украине, а выводить это все в такие, ну, офшорные кошельки, где компания пустышки и где нет практически налогов, там нету, да? И этот режим, он был задуман как возможность ускорить, приблизить, как бы вывести вот спрятанные там деньги из-под налогообложения, не дожидаться, пока дивиденды оттуда в Украину вот, собственнику приедут и тут обложатся как дивиденды, а сказать, мы что ли, ну, вроде как принудительно тебя заставляем эту прибыль себе здесь обложить, как если бы тебе эти виртуальные дивиденды таким вот, ну, как насильническим образом, что ли, приехали. И в общем-то, это такая мера, которая во всех странах, в очень большом количестве стран мира есть. В Украине внедрен ее жесткий вариант. Совсем не всегда, не во всех странах все переходит на личность физического лица учредителя. Это скорее исключение. Вот такое исключение было в России тоже. И Украина пошла по таким жестким очень историям. Российским вариантом. А какие еще, вы сказали, приблизно 5 моментов? Да, да. Офшорная продажа украинского бизнеса, то есть бизнес в Украине, а продажа наверху делается, да, акции перебрасываются иностранного холдинга. Раньше это было все без налогов, а теперь в ряде случаев, особенно если украинский актив связан с недвижимостью, его стоимость проистекает из недвижимости, возможен налог, там, по ставке 15% или меньше. Если вы вдруг собираетесь продавать украинский бизнес вот там, за рубежом, вам нужно прям сесть и разобраться, что произошло, когда произошло, будет налог, не будет, вам здесь понадобятся юристы. Еще операции с инвест-активами, это, кстати, положительное очень изменение. Это про нашу валютную либерализацию в том числе. Теперь у каждого гражданина, вы, наверное, знаете, есть возможность обратиться через обслуживающий банк, получить и лимит, ну, это не лицензия от Нацбанка, ну, такой разрешительный порядок. Чтобы все скупить за кордоном, например, акции. Да. Вот я, например, да, прошла через эту процедуру недавно, радостно ругаясь, конечно. Важко было? Важко было пройти? Сколько термин был? Пару недель. Мне юристу было несложно, потому что я, как сказать, привычная к вот этому. Вот. И я там открыла счет на там, платформе онлайн-брокерской. Там же, смотрите, что происходит на этих мировых рынках. Думаю, надо же хотя бы аматорски попытаться поучаствовать в росте, да, акции Apple и Amazon купили. Типа такого, Boeing, да, я купила и продала, и прям спекуляцию получила, теперь буду эту спекуляцию облагать в Украине. Вот, так вот раньше было,
плохая норма в кодексе, он был написан странно, непонятно, и это приводило к тому, что облагаться подоходным налогом в Украине должна была не разница, ну, доход минус расход, да? За 100 продал, за 150, вот не эти 50, а были риски, что вся сумма продажи, там, 150, что нелогично, глупо, неправильно, но вот из-за технических особенностей была вероятность такой интерпретации. Теперь этого нету. Теперь в этом деле есть четкость, да, облагается налогом только разница, за что огромное спасибо депутатам, вот, все инвесторы и спекулянты должны им сказать большое спасибо. Инвесторы, спекулянты скажут, дякую, а важко было, важко податковывать вот эти 50 долларов, которые выникают? Ну, нужно, ну, вы знаете как, придется сделать прям комплайенс, надо будет о себе подать декларацию, если вы до этого этого не делали, если все ваши выплаты администрировались налоговыми агентами, например, там, зарплата и так далее. Угу. Вот, а тут прям надо будет самостоятельно вникнуть в вопрос, собрать документы, чтобы этот вычет был из дохода, нужно документальное подтверждение, угу. Нужно поработать с бумагами, разобраться, как это все заполняется, самостоятельно или опять-таки пойти к юристу. Ну, слушайте, это, принаймні, на самом деле, к этому у меня нету претензий. Это нормальный цивилизованный подход. Нам всем принаймні из чотирьох пунктів, які я для себе записав особисто, один нормальный. Тобто можна працювати. І последний будет еще нормальный тоже. Про, смотрите, там, ну, во-первых, лимиты по ФОПам увеличились, да, это для ФОПов, ну, позитивно, да, там первая группа до миллиона, вторая до пяти, третья до семи. Ускоренная амортизация некоторых групп основных средств введена, это тоже бизнес отметил как полезную штуку. Определенно есть новый функциональный профиль в электронном кабинете, по крайней мере, это обещано, да, это тоже положительно. И плюс вот все, что касается налогового контроля, того, как накладываются штрафы и того, как ты потом идешь, процедурно споришь с налоговой, если ты не согласен с доначислением. Это уже такая, ну, адвокатская тема, какие инструменты защитник будет использовать uh-huh. против налоговой в ходе оспаривания и в суде. Ну, вот я как адвокат оцениваю эти изменения скорее положительные, мы не будем идти в детали, просто скажем, что инструментов стало больше, они стали разнообразнее, хороший адвокат знает, что с этим делать. Поэтому здесь плюс, скорее, а не минус. Вот. Очень много спекуляций, что вот введена вина, вина – это плохо, вы могли такое слышать. На самом деле, та вина, которая введена, она скорее в плюс. Да? Теперь в зависимости от того, есть или нет вина, разный размер штрафа. И причем максимальный размер штрафа, он не, с виной, он не ниже, чем сейчас, который применяется вообще, неважно, виноват. Дякую. Я хочу для тех, кто приеднался позже, просто нагадать, что это наш такий... антикризовий Zoom-вебінар, да, в якому ми говоримо про закон 1210, і сьогодні ми говоримо із Світланою Мусієнко, партнером Саєнко-Харенко, і вона, компанії Саєнко-Харенко, і вона керівник податкової практики, а також Аліною Плющ, теж партнером Саєнко-Харенко, і вона керівник практики, яка працює з приватними клієнтами. Аліно, а мене звати Андрій Юхименко, я головний редактор видання The Page, і я хотів би Аліну запитати, а з вашої точки зору, з точки зору приватних клієнтів, що вони вам кажуть? Їм сподобалося, не сподобалося? Бо всі кричать, що погано. Може, воно так і є, що погано? Ну, тут плохо, конечно, вот клиенты среагировали на понятие контролируемых иностранных компаний и на обязательства их как физического лица теперь самим декларировать и платить. Это все, естественно, люди недовольны по этому поводу. И кроме того, что надо будет по результатам года показать нераспределенную прибыль и заплатить с нее налог, надо будет также еще подавать уведомления практически о каждой операции с такой контролируемой иностранной компанией. Купили, продали, подарили, ликвидировали, об этом всем надо будет уведомлять налоговую в течение года оперативно. То есть очень много на людей именно вот такой еще административной ответственности, помимо того, что платить налог. И еще хотела прокомментировать, что вот дьявол в деталях, даже вот то положительное изменение, о котором говорила Светлана, что люди наконец-то обрадовались, что теперь в отношении иностранных акций мы тоже облагаем иностранную прибыль, а не всю сумму.
очень, ну, люди опасаются, что будет сложно налоговой подтвердить именно затраты, что они будут принимать как подтверждение затрат, что вы купили эти акции на 100, потому что большинство, если мы говорим о иностранной площадке, иностранный брокер, никто не даст документ с мокрой печатью, как любят наши налоговые, которую можно было бы нотариально заверить, апостилировать и передать в Украину. Поэтому люди опасаются, что в теории это все хорошо, а на практике могут сказать, нет, вы не доказали. Дуже схоже і штрафами. Зараз сказали, що поліція буде виписувати штрафи за перевищення швидкості, але згідно закону вони мають дати нам документи спочатку, а вони намагалися робити це в електронному вигляді. І от я не знаю, як це буде. А тут я, як буде, до речі? Я думаю, знаєте, що ми організуємо движення. Ми там на какой-нибудь інвест-площадці, ми ж, Аліна, ми ж дружимо з тобою, з многими, да, інвест-ребятами, інвест-площадками. Ми какой-нибудь організуємо таке вот движення, и вот фронтом пойдем на налоговую, вызовем там в публичную какую-то дискуссию и попытаемся продавить. У всех будет один и тот же вопрос, да, у меня есть электронный слип некий, у меня есть некий файл, максимум я могу там от этой электронной площадки получить электронное письмо, что вот эта картинка, ну, является там справедливой, да, но о мокрых печатях, конечно, речь не идет. Вот, и мы, я думаю, просто, как это, соберем массовость в этом вопросе, да, Алина, что-то попробуем про... Не, ну классный закон, если его приняли, а теперь же треба демонстрацию робити для того, чтобы нам жилось добре. Я думаю, здравый смысл, он восторжествует, но все равно надо будет какое-то время, какое-то усилие, чтобы убеждать, что это нормальная мировая практика. Я дякую вам за оптимизм. А что там еще кажут приватные клиенты? Ну, еще есть одна норма, которая, в принципе, людей обрадовала, это такая вот квази-амнистия налоговая. То есть сейчас этот закон предусматривает, что если у вас есть иностранная компания, и вы ее ликвидируете, сроки сейчас очень сжатые, возможно, будут эти сроки продлеваться, но из того, что мы сейчас имеем в законе, сроки действительно очень такие вот... То есть решение нужно принять до конца этого месяца, для того, чтобы иметь возможность ликвидировать до конца следующего года. Либо всю процедуру ликвидации уже надо завершить в этом году. Ну, то есть сроки очень сжаты. Если мы говорим о юрисдикции не офшорной, а, например, том же Кипре, где надо проводить аудит, готовить финансовую отчетность, это, ну, сложно очень. За полгода практически нереально ликвидировать компанию. И тогда в этом случае, если вы вложитесь и сделаете все правильно по процедуре, все те активы, которые вы получите в результате ликвидации своей компании, не будут облагаться налогом в Украине. Опять-таки, то есть звучит очень хорошо, и многие люди, у которых есть компании-кошельки, которые им уже сейчас не нужны, потому что не будет иметь никакого экономического смысла содержать эту компанию, по ней надо будет подавать отчеты. Кроме того, все равно ее прибыль надо будет облагать в Украине, если мы говорим там об офшорной компании, например. То есть они хотят ликвидировать, и их очень обрадовала норма, что сейчас это можно будет сделать без налогов. Но опять-таки, как всегда, у людей возникает опасение, да, налогов не будет. Но не спросят ли меня, а как эти деньги попали на иностранную компанию? Не спросят ли они, как вы думаете? И никто же не может, об этом ничего не говорится. То есть если вот раньше еще были законопроекты об амнистии, там шла речь о том, что это амнистия как по налоговым нарушениям, так и по валютным, то сейчас о валютных ничего не идет речь. И поэтому как эта иностранная компания получила там валюту для того, чтобы купить активы, либо просто положить на счет в банке, вопрос задать теоретически могут. Кроме того, могут возникать вопросы, связанные там с отмыванием средств, финансированием терроризма. Ну, то есть на практике вопросов может быть очень много, потому что эта компания, очень часто использовали компании какие-то вот посредники, через которые деньги прогоняли, эти компании-посредники участвовали в очень разных операциях. У нас было на практике, что против компании именно посредника возбудили уголовное дело, там, потому что они были замешаны в торговле людьми где-то в Китае. Но получается, что все контрагенты по цепочке, их всех начали расследовать. И вот от этого, конечно, не спасает вот эта вот наша даже квази-амнистия, потому что если были нарушения не налоговые, а какие-то другие, то по ним все равно вопросы могут возникнуть. А вот скажите, что говорилось, ну, это же змены до податков кодексу, а якісь податки змінюються? Когось не оподатковували, а зараз оподатковують. Там, наприклад, спочатку дуже багато говорили про видобувну галузь, про залізну руду, ще щось. Щось змінилося в оподаткуванні?
Ну, вы знаете, я думаю, что мы не пойдем в индустриальную сейчас специфику, не тот формат, и нужно нырять в технические детали. Взагалі. Самое основное, это вот этот кик, который мы проговорили, да, это его никогда не было. То есть никогда не было такого налога, чтобы я как физлицо за то, что у меня есть иностранная компания, с ее прибыли должен здесь в Украине платить налог. Вот это вот радикально новое, все остальное — это закручивание гаек по разным направлениям, я бы так сказала. Ну, тобто, я думаю, що якщо хтось вже там займається якимось окремим бізнесом, він має вивчити все. Добре, а скажіть, будь ласка, мені ще цікаво терміни. Тобто, чи в законі прописуються якісь терміни, коли що запрацює, ну, щоб було зрозуміло? О, звісно. Взагалі, про сроки цього закону, я вже 20 лет, 20 плюс в професії, такого цирка на дроте, извините, с принятием закона и 4 месяца после проголосования в лимбе подвис, никто не знал, подпишет, заветирует. Ну, очень была странная ситуация, и ответить на ваш вопрос можно технически глубоко, а можно коротко. Если короткий ответ, то так, закон уже заработал с 23 мая. Куча-куча положений, в том числе многие из тех, о которых мы сегодня проговорили, с 23 мая уже работают. Например, вот эта деловая цель, вот эти отношения с нерезидентами, которые будут пристально рассматриваться, как это сказать, сложности в применении освобождения по конвенциям об избежании двойного налогообложения, изменения в работе иностранных представительств, изменения с вот этими инвест-активами, когда ты покупаешь, продаешь ценные бумаги, это все уже 23 мая, мы уже здесь, в этой точке. С 1 июля планируются определенные нормы также, если они там не перенесутся во времени, например, вот эта вот офшорная продажа бизнеса, о которой я говорила, и целый ряд таких конфеток, о которых мы говорили с Алиной, он остался на... Конфеток с неприемным присмаком таким. Ну, как говорил Данил Гетманцев, глава парламентского комитета, он сказал, закон не эскимо, чтобы всем нравиться. И вот это вот эскимо, оно уже стало в нашей экспертной среде мемом. Вошло в историю, совершенно точно. Вот, поэтому... Я запишу себе, закон не эскимо. Да. Поэтому вот это не эскимо, потому что действительно много критики этих режимов. Вот режим КИК, да, там, и всякие еще другие сложные вещи, конструктивные дивиденды, тонкая капитализация с 21 года. Но сейчас как раз ведется работа, есть рабочая группа по изменению, по созданию нового закона, который поменяет налоговый кодекс, который в ответ на протесты, да, и возмущение бизнеса что-то попытается смягчить. И я точно знаю, что рассматриваются вопросы переноса вступления вот этого режима КИК, чтобы он заработал не через полгода, потому что полгода очень маленький срок, чтобы подготовиться, а с 22 года, тогда у людей останется еще полтора года, и если сейчас начать готовиться, то на самом деле ровно за полтора года вы и войдете в это светлое будущее подготовленным. Поэтому скажите, вот эта вот группа, яка хоче внести зміни до змін закону податкового кодекса, вона офіційна, неофіційна, влада її сприймає, не сприймає, чи це якісь ентузіасти, хто це? Нет, это совершенно все официально. На странице у пани Юлии Ковалев был анонс о том, что рабочая группа, там, включающая в себя администрацию президента, министр финансов, парламент и представители бизнес-ассоциации. Нет, это такая идет работа в коммуникации. Есть шанс. Да. Будем оставить за нами. Да. Все, уверенно, не изменят, но, по крайней мере, по самым вопиющим таким яблокам раздора, да, по тем же кикам, думаю, отодвинут. Смотрите, если, чтобы была какая-то польза прикладная от нас, от юристов сегодня в кадре, так это вот что. Если у наших слушателей, у нашей кого-нибудь из аудитории есть эти самые любые иностранные компании, я бы советовала не делать двух вещей. Первое, не бежать, сломая голову, не разобравшись, что-то менять, вот, все пропало там и так далее. Нет, время будет. А с другой стороны, не откладывать. Вот сейчас этот закон примут и отложат на 22-й год. Вот
очень неправильно махнуть рукой и сказать, времени много, и вообще меня не, ну, не поймают, не найдут, спрячу голову в песок, ничего не буду делать. Вот это все неправильно. К сожалению, к счастью, не знаю, какую коннотацию подобрать, эра офшоров все, она закончилась. Ось так, вот так радикально, тобто вже сховатися за офшорами неможливо. Они будут еще как-то доживать, полгода, год, два, где-то что-то, но в глобальном смысле эра офшоров и офшора как устойчивый инструмент, с помощью которого украинский бизнес привычно оптимизировал свои налоги, это все. Это какие-то остатки, они неустойчивые, и если иностранные компании останутся, они останутся в тех случаях, когда за ними есть какие-то иные цели, кроме налоговых, да, а бывают такие цели, и не означает, что надо всем все закрыть. Но совершенно точно всем надо посмотреть, что этот закон значит для них лично, как это, перетряхнуть свою структуру, нарисовать себе, что у тебя там происходит. Многие не понимают, многие создавали какие-то подзадачи, под непонятно что вот эти вот компании, и так быстро не расскажут даже. То ви стверджуєте, ну от всі ж ці компанії створювалися для того, щоб менше сплачувати податків. І це був законний, ну чи квазі-законний. Мені здається, що законний спосіб менше сплачувати. Ну от є законний. Це була сіра зона. Я би не говорила прямо про законність. Ну як? Це колишній президент. Він казав, що в мене є компанія, я її готую для того, щоб продати свою фабрику Рошен. Це законно. Компанія Ротшильд мені допомагає. На цьому було побудований весь спіч. А ви кажете, що це незаконно. Ну, я якось не розумію. Ну, слушайте, не треба тільки мене в прямому ефірі сталкувати з президентом України. Це вже колишній президент, так що не бійтеся. Я не боюсь, я шучу. Ну, смотрите, ну, будем честно, это всегда была серая зона, да, очень было много налоговых нарушений, очень было много антимонопольных нарушений, очень было валютных много нарушений, когда это все создавалось, кто-то делал это правильно, а кто-то делал это правильно частично, и поэтому я знаю, что готовится сейчас в том числе концепция, ну, налоговой амнистии. Она там, наверное, не будет называться налоговой амнистией, будет называться по-другому. Об этом давно уже ведутся разговоры, что до того, как заработает режим КИК, надо дать возможности капиталу, который хочет как начать все с чистого листа и подвести некую черту, да, сделать это. Вот тут вот есть пугало страшное, дайте людям красиво отойти. Вот параметры этого обсуждаются, и мне кажется, будет правильно, если в параметр такого вот подведение черты будут включены и там и уголовная всякая ответственность и по налоговым нарушениям, и по валютным, и по антимонопольным, чтобы можно было закрыть прошлое, да, всем. Я зрозумів, тобто наступний крок ми чекаємо по якоїсь податкової амністії. Аліна, а скажіть, будь ласка, от ви своїм приватним клієнтам кажете, ну все, ера офшорів, все, треба что-то делать. Ну, какая у вас разговор идет сейчас? Ну, на самом деле, я своих частных клиентов к этому готовила еще давно, еще несколько лет назад, к тому, что вот такие вот структуры, которые существуют, какие-то простые компании-кошельки или кипрские компании, компании на БВО, что это все ненадолго. Во-первых, то есть цель была же не только не заплатить налог. У людей еще была цель, чтобы о них никто не узнал, спрятаться. Это безпека, безпека. Да, люди опасались, власть меняется, информация, чтобы о них никто не знал, где у них там деньги, где у них активы. Но эта эра закончилась еще раньше, чем налоговая. Практически во всех странах есть реестры бенефициарных собственников. В каких-то странах они открытые, вот как в Украине, в Англии, где любой желающий может зайти и в реестре посмотреть и увидеть, кто же на самом деле стоит за той или иной компанией. В каких-то странах они закрыты, но в принципе это все уже очень прозрачно. То есть такого, что о твоих компаниях не узнают, такого больше нету. То есть за компанию уже все равно не спрячешься. Поэтому я своим клиентам ну, советую пересмотреть, зачем им нужна эта структура. Вот, например, я очень люблю такую структуру, как траст. Это нормальная, понятная структура, но в плане, например, я Украина знаю, слепый траст. Ну, там она была немножко для других целей, но вот я больше люблю как наследственный инструмент. Я
прожила много лет и проработала в Англии, там практически у каждого англичанина есть траст. Но это связано с тем, что налог на наследство 40%, и люди не очень к этому комфортно относятся, что ты всю жизнь платил подоходный налог, который там тоже очень большой, со всеми отчислениями до 50% доходит. И плюс еще в случае смерти еще 40% заплати просто с эстейта. То есть неважно, кто получает, дети, внуки или вообще там благотворительность, просто 40% уходит государству. И поэтому был создан траст именно с точки зрения, что планировать, и практически недвижимость никому не принадлежит напрямую. Оно все в трасте, и пользуется семья, продолжает жить из поколения в поколение в этом там, доме, замке, неважно у кого уже как. И вот для таких целей подумать можно. Там сейчас, естественно, тоже по налогам уже сложно, пытаются налогооблагать недвижимость, которая находится и в трастах. Но вот просто как инструмент подумать, как вы хотите, чтобы ваши активы перешли наследникам, потому что у наших клиентов обычно такой небольшой месс. Много компаний, одна компания кошелек, какие-то компании холдинговые, какие-то торговые. И если с ними что-то случается, вот у нас были такие случаи, мы начинаем работать с наследниками, там даже установить, где находятся активы, по всему миру бегаешь, вроде был открыт счет в каком стране, никто не знает. Вроде как были какие-то компании, но кто там директор, какие секретарские компании обслуживают, тоже к сожалению, не всегда там наследники знають. Тобто ви їм кажете, що потрібно зараз це почистити, організувати і реструктуризувати? Да, то есть если у людей есть там недвижимость за границей или какие-то там портфель, который лежит в швейцарском банке, возможно, им какая-то структура и нужна, но потому что не все готовы вернуть все в Украину, вот то, что они покупали, хранили где-то там. То есть, это все надо будет показать, и это надо будет, естественно, это уже не трудно. Ви правильно сказали, що в багатьох випадках це просто захист своїх активів. Фактично, хто там суди в Україні працюють погано, ви юристи знаєте. Потім інформація податкової продається на Петрівці і так далі. Тобто люди багато цього захищали. Тобто цього захисту тепер не буде? Тобто я маю все відкрити, і я маю бути просто відкритий як чистий лист, і люди можуть скористатися і просто аджати у мене актив. Є інші інструменти. Тобто, на самом деле, інформацію спрятати не вийде. Но если мы говорим, например, что вы там передали в швейцарский траст, Ротшильд траста уже нету, есть другие компании, которые предоставляют лицензируемые, они будут защищать эти активы. То есть даже несмотря на то, что вы обязаны будете показать, конечно, вы здесь это все покажете, раскроете, в большинстве там случаев покажете активы, что это ваши, но они, украинские суды вряд ли доберутся до активов, которые находятся в Швейцарии и принадлежат швейцарской лицензируемой трастовой компании. Она будет собственник актива. Она, в том числе, это обязанность. Чем хорошо, чем трастовый управляющий отличается от номинала кипрского? Там номинал не отвечает ни за что. Лицензируемая компания отвечает, наоборот, за сохранность всего переданного им имущества активов. У них есть профессиональная страховка ответственности. То есть они не бросят просто так. Они будут за эти ваши активы бороться с подключением всех возможных и юридических механизмов, и каких-то репутационных переговоров. То есть все-таки защищенность какую-то это дает. Но не дает спрятаться, вот тайны. Такого, например, переведения активов в Украину, так, перерегистрации и так далее, вы не ожидаете? Компании у нас сейчас массово происходят. То есть, если украинские компании принадлежали каким-то иностранным холдингам, то чаще всего в этих холдингах уже необходимости нету, целесообразности. То есть, если бизнес в Украине, то люди его предпочитают на себя уже напрямую регистрировать, как на физических лиц. Но если мы говорим о том, что есть там вилла в Испании, то вряд ли, и она там, например, на какой-то компании или какая-то там есть еще структура, то эти активы люди не спешат напрямую на себя. Они понимают, что для них это, скорее всего, будет киком, они будут это все показывать, но именно переоформлять на себя как на физическое лицо, не всегда есть целесообразность. Я так разумею... Тут еще такая штука есть. Разные же ситуации совершенно в зависимости от бизнеса. Некоторые не могут себе позволить уйти из того же Кипра, потому что Кипр что означает? Это возможность заключить
акционерный договор, если ты не один в бизнесе, а с партнерами, да, по английскому праву. То есть там, кроме налоговых соображений, есть еще такие правовые, про правовую защиту. И большое количество бизнесов все равно останется в зарубежной юрисдикции, но их собственникам нужно будет разобраться, как из не очень хороших вариантов, которые дает этот режим КИТ, на самом деле там нету блестящих вариантов. Ну, как из того, что есть, для себя максимум выбрать самый, как менее болезненный, нарисовать себе дерево вариантов, посчитать каждый там плюс-минус за против и внедрить. Еще что я хотела сказать. Вы задаете правильный вопрос про информацию. Неужели теперь нельзя будет? Вот смотрите, мы, по-моему, не говорили сегодня это еще. Украина вскоре, то ли с 21-го, то ли с 22-го года, ну, может, с 23-го, но речь уже не о десятилетиях, речь о ближайшем годе или годах. Включится в такую штуку, которая называется международный обмен финансовыми данными, автоматический обмен. Это про мировую финансовую прозрачность. В этой программе уже участвует огромное количество стран мира, включая, естественно, там репутационные нормальные страны, юрисдикции, и полным-полно офшоров там тоже уже включено. О чем это? Как только Украина туда включается, то в автоматическом режиме из той страны другой, которая там, 75, по-моему, ну, много, очень много стран, приходит раз в год в автоматическом режиме такой файл, где собрана информация о банковских счетах, об оборотах, о движении, о типах доходов и так далее в отношении украинских бенефициаров или принадлежащих им компаний. То есть до этого люди как делали? Компанию создали на номинального акционера, поставили номинального какого-нибудь Папандополоса директора, в реестрах его нету, и он думает себе, этот наш украинский гражданин, что все хорошо. И какое-то время так и было. Но в чем особенность? В том, что банки по банковским правилам, по очень жесткому комплаенсу, который есть сейчас во всем мире, и на том же Кипре, и на любом острове очень жесткий банковский комплаенс обязательно. Всегда спрашивают, а кому на самом деле принадлежит эта компания? Uh-huh. Кто реальный конечный бенефициар? У кого есть права управления счетом? Кому мы как банк даем вот этот ключ электронный, да? И обязательно там указывается этот человек, по-другому не бывает. Иначе ты что, не будешь контролировать свои потоки? Так вот эти вот записи, это достаточно для того, чтобы ты попал в эту информационную систему обмена, и по ней налоговая... З 21-22 року можна буде це робити. А ну, скажіть, будь ласка, ну, у мене все ж таки запитання, ну, не буде взагалі варіанту сховати свій бізнес? Мне кажется, просто нужно в другую парадигму это переводить. Нужно не про хуватыся думать, а про то, другие вопросы стоят на повестке дня. А какие у меня есть варианты? Окей, а сколько я могу заплатить налога легитимно? Мне же нужно обелить капитал. Если у меня необеленный капитал какой-то непонятного происхождения лежит, простите, а что я с ним сделаю в современном мире? Ну, ты его в банк не сможешь отнести, ты заплатить не сможешь. Вопрос обеления капитала, амнистии капиталов, он стоит очень, как сказать, жестко, и это абсолютная антитеза к тому, чтобы не платить налоги. Надо говорить о том, что кому платить, сколько платить, когда платить. А що ж будуть робити, ну, ті люди, ну, у кого є бізнес, так? А у декого просто є доходи. Ну, ми знаємо про кого там в Україні, говоримо. Чиновники, якісь прокурори, судді і так далі. В них величезні статки. Все це робиться таким чином. Ну, їх же обілювати не вийде. Що їм робити? Якщо ви говорите о каких-то околокорупційних доходах, ну, так, їх просто не вийде. Їх, наверное, ці всі програми амністії повинні як-то не включати туди. Ну, НАБУ, НЗК, ну, как бы, що? Во всем мире такие программы... То ви стверджуєте, що вони не зможуть сховати, ну, тобто буде інформація, буде приходити, не буде вже панамських зливів, як було раніше, це просто буде приходити файл, який журналісти там можуть подивитися і написати, коли вони захочуть. Ні, журналісти не зможуть подивитися, це буде інформація, захищена тайною, і розпорядителем цієї інформації буде там... налоговая администрация, нет, это, она не будет в свободном доступе, она не должна быть в свободном доступе. Мы не сможем реально порахувати там, щоб рейтинг виходив не
за прикидками якоїсь інвестиційної команди, компанії, там, топ-100 найбагатших людей, а журналісти самі не зможуть порахувати це. Слушайте, ну, я думаю, что какие-то лики, наверное, типа панамских, они не прекратятся и по-прежнему будут продолжаться. Но дизайн вот этой системы про автоматический обмен информацией основывается на том, что она должна быть конфиденциальной, защищенной и использоваться только в технических целях. Определение, было место налоговое правонарушение или нет. Да? И прежде чем Украину пустят в эту систему, там приедет миссия УЭСР, проведет технический аудит и комплаенс, и надежности вот этой всей инфраструктуры. Ну, тобто, це щось близьке, ну, наприклад, от в Естонії там система доступу до персональних даних. І там, якщо хтось заходить в цю систему, то там пишеться, ця людина зайшла, взяла інформацію. Якщо хтось взяв нелегітимно, то це стане відомо системі, і до цієї людини запитає, чому ти це зробив. Там був скандал, що хтось з міністрів дізнався про якісь дані своєї дружини, з якої він колишньої дружини. І це було на всю країну, що міністр зайшов і скористався системою, і це десь так буде працювати? Хотілося б. Я просто нагадаю, що ми зараз проводимо такий антикризовий семінар про закон 1210, про те, що зміниться з офшорним законодавством, з податками. Світлана Мусієнко, Аліна Плющ і Саєнко Харенко, я головний редактор видання «Антипейдж». І якщо у вас є запитання, то пишіть там, будь ласка. А я б хотів би перейти до такого запитання. Ну, добре, цей закон є. Ви, як юристи, що радите бізнесу, реальному бізнесу робити? Вже казали, що не треба відкладати, не треба боятися, але треба робити. Які кроки, як бізнесмен, я мав би зробити зараз, щоб уникнути подальших ускладнень? Ну, по двом направлениям, прежде всего. В отношении, если вы владелец иностранных компаний, компаний или одной или много, если у вас украинский бизнес структурирован через там международные надстройки всякие, то самое время... Первое, сделать диагностику своей структуры, посмотрите на нее внимательно сами, силами своих юристов, финансистов, или привлеките кого-то со стороны нас или каких-нибудь других хороших экспертов. Посмотрите прицельно, что это значит именно для вашего бизнеса, потому что правила там целое дерево вариантов в зависимости от оборотов, в зависимости от типа бизнеса, активный тип доходов или пассивный, много очень нюансов, да, есть варианты не платить этот налог, если ты попадаешь в исключение, надо проверить, попадаешь ли ты в него, совсем не попадаешь, или можно что-то доработать на пиле, ты попал, какие действия разумнее всего сделать, чтобы из этой системы для себя выжать максимум плюсов и минимизировать минусы, составить план действий и внедрить это все. И это все нужно сделать до того, как этот режим заработает. То есть, если он... До 22-го. Ну, прямые предполагаем... До 22-го року. Если он будет перенесен. Если он останется с 21-го года, то вы практически уже опоздали. Ну, то есть, в любом случае, начинать надо на самом деле делать это прямо сейчас. И большинство наших клиентов это уже... даже и сделали или процессы запустили. Вот. Диагностику, так. Да. Диагностика, поймите разумно, рационально, не на эмоциях, не потому что сосед или кто-то там сказал, поймите рационально, какие у вас есть варианты, экспертно их оцените, взвесьте за против, составьте план действий, внедрите его. Варианты есть всегда, да, на то они и юристы, чтобы, ну... Волшебных таблеток уже нету, но есть разные степени, как сказать, невзгод. Лучше иметь дело с минимальными какими-то невзгодами, чем с максимальными. И что касается расчетов с нерезидентами, да, прямо сейчас сделайте домашнюю работу, посмотрите на все свои контракты, посмотрите, есть ли в них эти налоговые капканы и потенциальные неприятности, и поймите... опять-таки, при помощи юристов-экспертов, что можно сделать, чтобы быть готовым к возможным спорам, как усилить свою позицию, как подложить как бы соломки, да, то есть это сейчас все про домашнюю работу, нужно приводить дела в порядок, вот, к сожалению. Алина, что вы порадуете?
Ну, вот то же самое и в отношении личных активов. Подумать, посмотреть. И это связано, и как связано с законом 12.10, с КИКами, то есть нужны ли вам какие-то компании, которые просто были компаниями-кошельками, если, ну, скорее всего, в них уже нет экономического смысла. Так и просто подумать, посмотреть на все свои активы, особенно иностранные, и задуматься, правильно ли вы их, ну, структурировали, и есть ли какие-то вообще инструменты, как передать их наследникам, или вообще что делать, если что-то случается. Вот сейчас вот произошла пандемия, все клиенты оказались не готовы. Например, у человека есть вилла в Испании, а выехать он туда не может. И там же и проблемы, а как платить, как обслуживать, не всегда есть доступ к своим там каким-то счетам, активам. Вот это все нужно продумать. Мне кажется, что вот сейчас тоже было хорошее время, что люди сели и задумались, вот насколько все-таки, наверное, это не первый и не последний вот такой вот катаклизм в нашей жизни, и надо быть максимально к этому готовым. Потому что у людей есть, например, чемодан денег. Ну, есть. Люди боятся и держат их под подушкой. Но, как правильно говорила Света, его сейчас в современном мире использовать нельзя. И вот если вы, не дай бог, заболеете, и вам нужна какая-то дорогостоящая операция, вы не принесете этот чемодан и не скажете, вот, я плачу за операцию. Никто эти деньги не примет. И вот тут вот вам надо источники происхождения, подтверждения. Я завжди думав, от якщо є валіза з грошима, щось можна зробити за поточного законодавства? Ну вот мы все ждем амнистию, в каком бы виде была, потому что сейчас нет. И, к сожалению, вот мы сталкиваемся с этим. Например, клиенту нужна дорогостоящая операция где-то в Израиле или в Германии, и деньги есть. А денег, которые у вас реально примет банк, и вы сможете заплатить там, в больнице, их нету. Потому что вас сразу просят, отдайте налоговые декларации. Вот тут приходится экстренно выплачивать себе какие-то дивиденды, что-то, чтобы потом задекларировать, потому что люди не готовы, они еще не живут в той реальности, что деньги есть, а использовать их нельзя будет. И это то, к чему я стараюсь своих клиентов готовить. Вы должны каждый год об этом думать, вы должны себе создавать легальный доход, платить с него налоги, иначе вы просто не сможете распоряжаться вашими деньгами, даже если они у вас физически есть. Ну, смотрите, я для полноты картины скажу, что есть схемы, но мы как порядочные юристы не про схемы, да? Мы про другие устойчивые всякие решения. Вот. И, ну, да, пришла эра думать о легальности, подтвержденности доходов. И это не Украина придумала. Это придумали, ну, давайте скажем так, ЕС и прочие западные юрисдикции. А мы, на самом деле, одними из последними в'їхали в цю історію. Мене дуже здивувала одного часу історія про Славоміра Новака, який був у нас головою Укравтодору, і що коли його тут призначили, польські колеги писали, як ви могли корупціонера поставити. Я їх запитав, а що саме ж він зробив? Так у нього був годинник там 20 тисяч чи 30 тисяч, дорогий коштовний годинник. І він з цим ходив, і ніхто не сказав, де він його взяв. Я кажу, слухайте, ви що, серйозно? У нас тут люди сейфами гроші мають, у нас люди такими грошима ворочають, а ви кажете про годинник? Говорю, так, а у нас у Польщі, якщо годинник такої коштовності, він його не задекларував, це проблема, він не може бути у владі. Ну, смотрите, для ПЕПов, как это, political exposed persons, да, для службов, вот те, которые декларанты по электронному декларированию службовцев, там же тоже есть контроль расходов. Там же инструменты сверки расходов, доходов и так далее. Это вот просто, ну, в других странах это массово, это норма жизни. Это у нас это какая-то новинка такая, да, которая, вокруг которой много судов и непонятно. А скажи, пожалуйста, вот мы много говорили про, ну, все-таки заможних людей, про тех, у кого есть там иноземные компании, там еще какие-то великие доходы, валізи с грошима. А ці зміни, вони якимось чином стосуються приватних підприємців, там, невеликих, середніх підприємців, малих? Для них щось змінилося? Ну, от, смотрите, про ФОПи, про ліміти ми говорили, да, це позитивне змінення, і создавалось устойчиве впечатлення, що вообще этот закон, он такой, смесь ужас ежом, очень много, то есть разные совершенно блоки, разнонаправленные ответы на разные повестки дня были объединены под одним документом. Тут, значит, противоофшорно закрутили гайки по самое не могу, тут лимиты ФОПом, ну,
ну, вот такой вот он, очень миксованный. Вот этот вот момент, ну и потом, что такое там среднее, что такое ниже среднего. В нашей стране, мне кажется, это немножечко так размыто. У большого количества, вот те же стартапы, вот они кто? Скажите, по этой классификации. Иногда там на старте, вы сами знаете, что нету там огромных прибылей, оборотов, на то он и стартап. Он может быть себе маленьким, приближаясь к среднему, но он зарегистрирован в другой юрисдикции по причинам неудобства Украины для этих целей, да, вопросы безопасности, там, договорного права, ответственности фаундеров и всего прочего. Вот, на них тоже этот кик распространяется, о котором мы говорили. Если не налог платить, то декларации сдавать и рассказывать об этом всем. То стартапы робити буде теж важче, так я розумію. Огромное возмущение в IT-комьюнити вызвал этот закон, просто огромнейшее. Ведутся достаточно эмоциональные дискуссии, и эти эмоции можно понять, потому что одним из кардинальных решений киковского вопроса является просто смена налогового резидентства, да? Угу. Этот весь режим распространяется на тебя, пока ты налоговый резидент Украины. Если ты перестанешь быть налоговым резидентом Украины, то все это от тебя отваливается. Перестать им быть не так легко, нужно уехать из Украины, не только уехать, но и центр жизненных интересов, корни свои с собой взять и туда по-честному отнести. Но для некоторых, по крайней мере, предприимчивых людей, которые и так практически живут на две страны, это может быть неким таким поступком, да, как это по-русски? Толчком. Толчком для того, чтобы такие решения принимать, и, ну, это печально. Ну, це дійсно не дуже добре, тому що і так у нас всі стартапери переїздять десь у Каліфорнію, щоб там все робити. Я думаю, що їх буде тепер більше. Ну що ж, Аліна, що для малого середнього бізнесу ви порадите? Ну, от на самом деле, ну, из нашей практики даже у очень небольших бизнесов у них все равно были какие-то ценные бумаги, вот поэтому для них это все-таки положительно, у них были счета на Interactive Brokers, где они покупали, инвестировали, кто там $1000, кто две, но у них это было, и они все как раз с нетерпением ждали разъяснение, что же делать. То есть пока никто ничего не продавал, чтобы не сталкиваться с той проблемой, о которой говорила Светлана, поэтому сейчас только надеяться с подтверждающими документами, что будет, смотрят. Но вот в этом плане было воспринято очень положительно, что урегулировано в отношении иностранных ценных бумаг. Добре, ну я вам дуже дякую за змістовну розмову. Я просто нагадаю, що це був у нас такий антикризовий семінар про закон 1210, про зміну законодавства по відношенню до офшорів, закордонних компаній. Дякую Світлані Мусієнко, Аліні Плюш і Саєнко Харенко за змістовну розмову. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви можете написати на Фейсбук, і ми спробуємо попросити вас, щоб ви написали відповідь там, або зв'язатися з вами якимось чином. Я вам дуже дякую, бажаю хорошого дня. На все добре, і хай ніхто не попадеться податковій під гарячу руку. Да, не дай себе кикнути. Не дай себе кикнути. І як нам сказали, законне ескімо і ера офшорів закінчилася. Так що будемо уважні. На все добре. На все добре. Хай щастить. До свидання.